Так ли доступна бесплатная медицина в Бурятии? Этот вопрос сегодня поднимали депутаты Народного Хурала совместно с представителями здравоохранения. Как показывает практика, далеко не все и не всегда могут рассчитывать на бесплатное медобслуживание. Например, чтобы получить услуги врача-отоларинголога, люди ждут по 3 месяца, а в микрохирургии глаза очередь вообще расписана на 8 месяцев вперед. У нас создается очередь, и это толкает людей на оказание платных услуг. Я почему так говорю и заостряю внимание. У нас ежегодно с вами, вот в республике, растут оказание платных услуг. Каждый год увеличиваются платные услуги на 50 миллионов рублей. Это говорит о том, что наши люди все-таки вот, доступную медицинскую помощь, как говорим, бесплатно. Такие очереди, по словам медиков, возникают из-за нехватки койко-мест. Кроме того, медицинское оборудование изношено на 75%. А причина всему одна – банальная нехватка выделяемых средств. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинских услуг предусматривает чуть больше 15 миллиардов рублей. Для полноценной реализации данной программы не хватает еще как минимум 1,5 миллиарда. 100% невыполнения порядка оказания медицинской помощи в Республике Бурятия во всех медицинских организациях, в том числе и в специализированных республиканских учреждениях, я считаю, что это, в общем-то, катастрофическая ситуация. Но все-таки уточнить хотелось бы. Это из-за того, что оборудования не хватает? Или мест не хватает, а еще что? В любом случае, для того, чтобы, скажем так, ликвидировать очередь в то же офтальмологическое отделение, нам не хватает коечной мощности. Для того, чтобы дополнительные койки организовать, это надо помещение, это надо оснащение, это надо кадры. Это все финансовые средства упирается. По итогам встречи депутаты Народного Хурала рекомендовали правительству Бурятии принять меры по сокращению дефицита средств, выделяемых на реализацию программы, и найти возможности обеспечить медучреждениям дополнительные площади. Это, в свою очередь, позволит увеличить коечный фонд и сократить очереди. Руслан Батуев, Евгений Жамцуев. Открытая Бурятия.